Если ты всем сердцем и душою любишь мать, отца, детей своих и готов пожертвовать собою ради счастья близких и родных, если ты заботишься о доме, если ты примерный семьянин, не спеши в душе своей промолвить: «Слава Богу, я христианин». Не спеши, ведь и язычники имеют это чувство родственной любви, и они добро творить умеют на земле для собственной семьи. Если ты соседа уважаешь, кто к тебе относится любя, и когда в беде ты помогаешь всем на свете любящим тебя, то христианином называться ты еще не можешь целиком, ведь и грешник может отзываться на добро, творимое добром. Вот когда ты недругу лютому сможешь руку помощи подать, вот когда соседу сможешь злому все обиды искренне прощать, если ты от сердца пламеняешь за несчастных в искренней мольбе, если ты добро творить умеешь даже тем, кто делал зло тебе, если никогда не забываешь в этой трудной жизни, чей ты сын, любишь, веришь, молишься, прощаешь, вот тогда лишь ты христианин. Аминь.